Уважаемые подписчики, здравствуйте! И не только. Гости канала вам тоже привет. И случайный зритель тоже. Друзья, всем привет! Мы в Нижнем Новгороде, с вами про IKEA. И мы наконец-то дошли до линейки с моста. Почему мы долго не могли ее снять? Потому что на самом деле сотрудники IKEA в Нижнем большие молодцы, большие пчелки-труженицы. Они подготовили выставку так, что теперь вы можете увидеть каждую позицию, каждый момент, каждый нюанс. Я считаю, что снимать нужно показывать, когда уже все готово в полном объеме. А давайте знакомиться с теми, кто нас видит первый раз и попал сюда по рекомендации Ютуба. В скобках самореклама. Ну, мы вообще-то никого не рекламируем на канале, кроме себя. Это логично, потому что кого бы я ни зашла, везде есть реклама. То банки, да. Банки, брокерские счета, какие-то магазины с продуктами. Нет, мы рекламируем сами себя. Итак, мы действующая служба доставки товаров IKEA в городе Саранск. Не побоюсь этого слова, самое древнее. Мы открылись аж 11 лет назад. Так говоришь, как будто мы мамонты. Ну, папонты. Работаем мы уже 11 лет в этом сегменте, знаем про IKEA все, и даже немного больше. Поэтому мы уже являемся экспертами данной области. И не постесняюсь этого слова, мы являемся самым крупным YouTube-каналом на территории русскоязычного YouTube. А может даже и в нашем синеньком шарике под названием «Земля». Потому что больше нас, в принципе, ни у кого подписчиков нет. Как-то я так это слышала. Не, некоторые подписчики говорили, что где-то есть в Америке аналогичный канал. Но так они не показали ссылку на этот канал. И мы его не нашли. И мы не узнали, сколько же там на этом канале подписчиков. Вот. Поэтому добро пожаловать к нам в наш домик в Про IKEA. Мы Просины Татьяна и Дмитрий. Поэтому Про IKEA. Просины Про IKEA. И Про IKEA мы сейчас расскажем. Какое многозначное слово. Про IKEA. Так, ну, сама реклама закончилась. Пойдем к станку. Работать будем в следующем формате. Опять громкая музыка. Линейка с моста. Очень любит такие поверхности. А, во-первых, это линейка, которая спокойно, легко и просто женится с линейкой Обхоз. Что это значит? Что вы, покупая каркас, из него можете сделать, в принципе, все что угодно. Вот сейчас мы находимся в зоне детской, и здесь есть все, кроме каркаса кровати. Каркас кровати чердака мы посмотрим отдельно. Дим, давай немножечко задержимся, чтобы у ребят было вообще понимание, что это такое. Значит, закрытый каркас Обхоз. 40, либо на 55, глубина, ширина 60, высота 60, 120, 180. Он спокойно женится с дверями с моста. Каркас чердака кровати, который тоже можно апгрейдить, мы его пойдем смотреть в другое помещение. Пеленальный-письменный стол. Вообще, это линейка стула, которая вышла из ассортимента, и ее тупо заменили. Скамья с моста, настенный модуль для хранения в одном размере 60-60 на 30, накладная шина уже из Обхоза LED-HEAD. А ножки тоже LED-HEAD, которые используются у Обхоза. А внутряшки хелпа, это обхусные. Мы снимаем, мы вам не мешаем? Ну да. Ладно, давай продолжаем. Значит, хелпа — это все, что относится к Обхозу. И конструера — это уже отдельно идет со смостами. А дальше фронтальные панели ящиков и двери. Белый, белый с рамой, береза, серый, бледно-розовый, бледно-бирюзовый. Поверхность для записи и пробка. Но эти, ребят, только в определенном размере. 30 на 120 и 30 на 90. На самом деле это конструктор, и составить вы можете все, что угодно. Сейчас мы с Димой вам будем показывать варианты готовых комбинаций. Пока Татьяна сидела, я тут немножко пробежался. И могу смело сказать, что данную серию, не знаю, сколько она будет в жизни продаваться, да, смело можно покупать от 0 до 20 лет. Пока дитё с вами живет. Да. Прям вот и органичные, как и для хорошего подростка, ну, конечно, не взрослого, но до 20 лет, 18, и от 0, прям идеально. Дим, во-первых, можно покупать, начиная с пеленалки, угу, потом докупить тумбочку. С развитием ребенка, с его ростом, да, по необходимости можно пополнять предметы. И при этом будет оставаться актуальным. Круто вообще. Почему вместо дети быстро выросли, да? Да. Почему мы это не купили? Кстати, не покупали. Пойдем покажем двери и ручки, чтобы у ребят было понимание, о чем мы будем вообще говорить, с чем мы будем работать.
во-первых, для меня прям вот гордость, что у этой линейки такие шикарнейшие ручки. Это, во-первых, круглые ручки скобы Бергипа, Бергрипа. Бирюзовый полукруг, коралловый полукруг, оранжевый, желтый и белый. 249 рублей за две штуки. Уже даже, видите, местами нет на складе, их реально разбирают. Это металлические полукруги, можете фиксировать как угодно. Дальше, вот это вообще моя абажулина. Плоккар и лампмес. Название язык сломаешь. Значит, вот эти вот деревянные штучки стоят 199 рублей, они буковые. Это очень бюджетно для буковых ручек. Дизайнеры их раскладывают. И вот эти очень красивые нежные ручки. Здесь массив березы и металлическая основа. Ну и знаменитые стрелки. Эрнс Парв. Две черных стрелочки. Дальше вот такие ручка-зажим. Ее даже не надо сверлить. Большое преимущество. То есть просто прицепил и все, куда удобно. Дальше пойдем по дверям. А самостат, пробка, о чем я говорила, что только в таком размере, ну, соответственно, удобно, да, что-то зацеплять. Дальше самостат идет поверхность для записи. Тоже раз. Цена, кстати, за две штуки вместе. Чтобы не быть многословным, мы просто это покажем. И единственный вопрос, как это будет стираться? Не знаю, надо бы найти маркер и потестить. Дальше светло-серые. Здесь уже разгон размеров. Покрытие эпоксидно-порошковое. Оно долго будет устойчивым и долго не придет в негодность. Розовые. Вот прям вот стува-стува, да? Берем, опять же, да? Среди многочисленных плюсов данного покрытия есть единственный недостаток. Какой? Имеет свойство лопаться или пузыриться? Не пузыриться, есть пример небольшой. Вот с каркасом обкуса можно вот такое произойти. Видите, трещинку, да? Можно я полазю? Можно? Давай, лази теперь. Вот смотри, вот здесь... Нет, здесь не сцепка, сцепка дальше. Да. Хотя, так очень либо перетянули, либо стукнули. Просто данное покрытие имеет свойство трещать. Это как краска, это как глазурь. Да, вот с этим нужно аккуратно. Да. Так, пойдем теперь смотреть готовые варианты, что здесь у нас есть. Во-первых, что мне нравится как маме, а у нас есть две девочки, это вот такие выдвижные модули. То есть по факту у нас это шкафчик, ящик, но его можно выдвинуть, запинать туда вот такого друганищу. То есть составить вы можете комбинацию, исходя из ваших потребностей. Вот такая вот комбинация из двух шкафчиков, медведя, который не хочет убираться. То есть вот раз, два, три, стоит 14 348. Если мы берем примерно ребенка до 3 лет, хранить вещи достаточно будет. Но должен быть обязательно еще какой-то шкаф для крупных вещей, потому что некуда будет. Но это больше мальчик. Девочка не влезет, с платья меня. Так как IKEA маниакально относится к безопасности детей, мебель сделана, не придерешься. Даже не буду говорить, как собирать ее, но я уверяю, вы будете приятно удивлены, когда будете собирать данную мебель. Очень легко и просто. Ладно, ну спойлерно, но не буду рассказывать. Ну давай. Я просто покажу. Вот. Хотя бы на этом примере. Что никакие гвоздики, там, молотки не нужны. Вот это уже прям большой плюс. Что мне понравилось, это вот такие верхние панели. То есть, когда мы просто оставляем каркас, то он вот так выглядит, да, не совсем эстетично. А когда мы его закрываем вот такой верхней панелью, это уже совершенно другой визуал. Так, пошли дальше смотреть. Вот такая комбинация. Пока, она... Татьяна, сейчас скажут, мы друг друга перебиваем. Вся мебель этой серии оснащена. Ну, пусть будет так. План закрывания дверей. Петли схожи. Пакс, не тот. И плюс к этому есть еще буфер. Но тут почему-то ее нету. Тем самым, когда закрывается дверь, вы вообще не услышите, как она закроется. Вот я сейчас прям... Да. Это из-за того, что нет пластиковых вот этих буферов. Она еще немножко соприкасается с мебелью и слышит. А когда вот
Мы сейчас пример покажем на другой шкафчике. Смотри, как удобно. Вообще тишина. $11,170 стоит данная комплектация. 60, 55 на 180. Здесь двери антрацит как раз для рисования. И три выдвижных ящика. Раз, два и три. Вот, а выдвижные, кстати, не снабжены доводчиками. Нет. Ну, они также бесшумные. Смотри, какая классная комбинашка. 13,150. 80, 50 на 180. Здесь у нас аж 5 корзин. Корзина со стопорами, то есть вы их не перевалите. И вот такой вот выдвижной модуль для одежки. Но опять же, да, это маленький ребенок. Подросшему ребенку уже будет мало места. Ну да, это потом придется разбирать или продавать. Ну почему? Ну вот смотри, допустим, Алена наша, 7 лет. Вот сюда бы я сложила трусики, маечки, носочки, а сюда бы вещи на неделю в садик. Юбочки, платьишки, футболочки. То есть достал, а сюда еще и заколочек наложила. То есть вот это модуль, который будет обеспечивать ребенка, то есть все такие вот базовые вещи для сада. Громко? Да, очень громко. Может, пока сходим кровать, покажем, потому что здесь занято немножко. Ну, давай, потом вернемся. Татьяна Павловна размещается. Обживаюсь. Вот смотри, я даже... И не против, чтобы у меня такое же рабочее место было. У нас была с тобой уже кровать. А, ну там неудобно было. Здесь ты прячешься, да? То есть да, вот тут, ты прям так... Ты понимаешь, тут вот это само помещение, когда ты под кровать заходишь, уют создает такой. Ну, маленький, да. Маленький домик. Тогда. Кабинетик. То есть твое пространство, твое рабочее место. Ты как можешь отделиться немножечко, да? Да. А здесь полноценное спальное место. Но я имел опыт спать... На чердаке. Не, вообще не вариант. Там жарко. Мне очень. Вот душ, я жарко летом, это точно. Угла рабочего, как кабинета. И спальное место детям побаловаться. Потому что единственное, мы сейчас давай отвлекемся от темы. А с учетом того, что потолки в основном 2,40, максимум 2,50, самое оптимальное это вот такая кровать. Ну, тогда внизу, прям на полу спите. Да. Ну что, вот, ну. Потому что вот такие чердаки, ну, ребят, по моему опыту, там летом очень душно. Ну, если у вас кондиционер, тогда вы простудите ниже лежащего. Вообще, кстати, высота 1,82 м. Ну-ка иди сюда. Вот я 1,68 м, вместе с тапками сейчас я буду 1,70 м. Ну да, кстати, это не сильно высокий чердак. У нас был выше, у нас больше 2 метров было. Не, так что. Но, что неудобно, это заправление кровати. То есть... Надо залезть, чтобы кровать заправить. Вот это вот, честно, неудобно. Мы это уже проходили со старшей дочерью. Ну, это для маленькой комнаты. Ну да. Давай разбираться. Давай. Значит, каркас кровати, чердак, стол, модуль для хранения, самостат. А сам каркас пустой, ну просто вот, да, вот сосновый, без дверок, стоит 23 тысячи. Сюда в комплект входит полотняная штанга, двери, плавно закрывающиеся петли и матрас. То есть матрас стоит 7 тысяч, минусуем сразу. В принципе, ценник такой очень адекватный. Вот что входит в базу? Сам каркас, вот этот большущий письменный стол. К сожалению, размеров нет, но такое у меня подозрение, что он под 1,50 м. Даже больше. Подожди, вот метр. Ну да, где-то даже побольше. Удобно, о чем мы уже с Димой сказали, в плане вот такого прятательного угла. Смотри, какое, иди сюда, смотри, какое основание. Точно на голову тебе никто не свалится, да? При желании. Ну, даже при желании. Эксперимент, сейчас как манданется на меня. Не надо, пожалуйста. Не поднимаем уже нервы, да? А, так, дальше, смотри, вот здесь такой вот стеллажик встроенный для хранения. Тут лестница. С двух сторон, кстати, книжечки можно да. Хранить. Да. Очень. Кстати, интересное решение. И вот такой вот каркасик под шкафчик. Сюда что хотите делайте. Штанга, корзинки, ящики. Блин, ну вот для кабинета было бы прям очень удобно. Такой кабинет. У нас с Димой нехватка пространства. Дома нам нужны кабинеты каждому для работы. Да. Слушай, мне нравится. А более устойчиво, чем стула. У стула чердак был, скажу любимые слова. Жеблый. Хейтеры, сразу подписывайтесь. Добротно сделанную. А я бы, знаешь, так вот немножко сфантазировался. Я бы еще занавеску сюда бы сделал. Вообще-то закрыт.
Сидите, просто работа. У нас очень активные дети, особенно младшие. И она на папе висит, как та обезьянка. Да, я папа, шведская стенка, папа. Лазит, как хотят. Только что на голову не залазит. В общем, вот такой вот каркас, чердак с моста. Сейчас мы вернемся обратно в детское отдел. Я надеюсь, там дама такая очень активная ушла. И оставила продавца в покое, потому что мне девчонок жалко. Пошли? Пойдем, посмотрим. Тут главное, когда вылазить будешь, не это, присноровиться. Так, гоним дальше. Вот такая комбинация, значит, пополам делю. Вот это вот стоит 8350. Здесь каркас обхуса как раз представлен. А верхняя панель накладная. И три выдвижных ящика. Фронтальные панели, соответственно, отдельно. Хотите, как комод используйте. В общем, вот в чем универсальность? Здесь и место для хранения, и место для игрушек, и место под вещи. Переползаем дальше ко второй половине. Эта комбинация стоит 7890. Вот опять же, да, Дим, если это белые дверцы, спокойно парню-подростку можно использовать. Футболки, штаны, мелочушка. А, кстати, про зеркало, которое внутри шкафчика. Оно не стеклянное, а оргстекло. Да, кстати, опять безопасное. Лишний раз подтверждает о том, что IKEA очень сильно заботится о безопасности детей. И, кстати, Дмитрий Юрьевич, оно не искажает. Вот в том-то прикол. Так, еще знаешь, что хочу отметить? Очень мне нравится вот эта штанга вот с этими дополнительными крючочками. Это для пап, которые без мам собирают детей в садик, вот сюда. Кстати, повесил так, сразу. А я заметил, вот тут две штучки вот этих белых, да? А там мы смотрели, была одна. А, ну может это сверху сняли, переместили на низ? Потому что я вот наверху не наблюдаю эту. Это штанга платяная, да, то есть на каждой просто отдельно. Это хелпа, который идет у обкуса. Просто я бы сняли. Еще, кстати, ввел бы это отдельным элементом. Да, удобно было бы на другие штанги, даже для других производителей. Рублей за 100 бы можно было купить. 120 целая штанга стоит с одним крючком. Так, пойдем искать дальше еще какие есть комбинации, чтобы был визуал, потому что когда нет вот этого визуала, непонятно, как это будет жить у вас дома. Ну да, вот так и скажи. Ой, да еще как вот сказать. Вот мы сейчас с Татьяной стоим. При дальнем расстоянии смотря... Ну, Таня, отойди. У меня кривые ноги. Видите, вот. Искажение есть. Ой, у меня прям вообще кривые ноги. Ага. Но при близком рассмотрении себя любимого искажение пропадает. Так, такая комбинашка стоит 7920. Это шкафчик для маленького ребенка. Сюда хотите, если дополнительно вешаете тканевый модуль. Если все на вешалках, то этого не надо. Бесшумное плавное закрывание дверей, это как раз про петли. И корзина. Слушай, для детского шкафа, с учетом того, что здесь еще верхние панели, потом можно просто оснастить корзинами, использовать как большой комод. При этом все безопасно и закруглено, очень даже ничего. А когда подросток вырастет и станет дерзким, дверки можно покрасить из баллончика. Да, кстати. Так, пойдем, пока освободилась. Очень нравится мне вот эта комбинация за 17620 с пробковой частью. Пробковые дверцы одни из самых дорогих, но они очень классно смотрятся. Здесь у нас штанга, здесь у нас выдвижной ящик. Все это дело на ножках. Ну и плюс здесь дополнительно две полки и два выдвижных ящика. Вообще вся мебель, когда вы ее ставите на ноги, смотрится более лаконично и более воздушно. И я единственное переживаю за дверки. При частом использовании по назначению, думаю, размахнется пробка вот этого покрытия. А, ну если постоянно тыкать? Да. Если не тыкать, все нормально будет. Если тыкать, то да. А тогда смысл? Дальше. Он просто потемнеет со временем. Ну, не знаю, время покажет. Просто красиво. Так, пойдем покажем пеленальный стол, пока здесь толпы народа нет. Пеленальный стол, самостат. Здесь еще угловые насадки. То есть эта часть со временем потом снимается, модернизируется. У вас получается просто письменный стол. Насколько удобно? Блин, ну, поживем, увидим, жизнь покажет. Потому что с Тува не сильно прижился пеленальник стол. Ну, ты как женщина с богатым опытом, двоих выносили. Скажите, пожалуйста, удобно ли вам так вот, если будет с третьим ребеночком, вам... Не надо нам третьего ребеночка, а вообще удобно. И постелька, смотри, какая-то новенькая. Знаешь, мы и о втором также думали. Зачем нам второй? Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Я только жить начала. Нам боженька подкинул. Да, нам боженька Аленку подкинул. Так, дальше смотри, вот здесь уже, в принципе, мини-стенка 30916, практически 31 тысяча, но здесь уже большое пространство для хранения. Два верхних шкафчика. Каждый с полкой
полки прям такие массивные. Потом вот такое отделение и вот этот выдвижной модуль. То есть здесь по факту уже всего ребенка со всеми его вещами можно упинать, утрясти, уложить. То есть очень много вещей сюда уместится. А плюс здесь внизу еще как бы, да, условно, как будто бы место под ТВ расположено. Ну и два выдвижных больших модуля, это уже каркас и обкус, в которые просто встроена система самостат. Так, а дальше смотри, вот такой пример комод с тремя ящиками за 6 тысяч, со всеми безопасными углами. Но вот эти ручки, они откуда у нас? Да нет, вообще-то это новинка, комод Гудихис. Так он, интересно, сюда вписался, как будто и был здесь, да? Да. Так, пойдем еще посмотрим, какие есть готовые варианты. А, главное, что не показали-то? Пойдем сюда. Киношки. Планировщик есть. Киношка. Каркас. Вот так берем, например, оп, и добавляем, оп, и добавляем, оп, и еще добавляем, оп, и целую лесенку сделали. Добавляем бабушки. Дверей. Вот таких, например. На какую сумму нафантазировала? 47, 192. Нет, какая-то стрёмная фантазия. Прикольно. Ладно, успокойся. В общем, имейте в виду, кто хочет поиграться, приходите. А дальше комбинация для хранения с ящиками плюс комбинация для хранения с дверями. А что удобно? Вот эти вот ручки, о чем я уже говорила, полукруги, их можно использовать как отдельно, как на расстоянии, и рядом делает целый круг. Тоже смотрится лаконично. Открывать не буду, мы, в принципе, вам все это уже показывали. И хочу показать последний элемент из данной серии. Это скамья. А, кстати, повезло тем, кто стул по распродаже урвал, потому что это было реально бюджетно. Вот такой огромнейший просто ящик, а саму скамью можно использовать, ребят, вместо столика. Очень часто так раньше брали стул, брали стульчик мамут, ребенок подрастал, потом это дело применяли. А вот это хороший склад для игрушек. Безумно хороший, столько даже и не надо. И вот еще вариант обхус самостан. Ну, это уже для взрослой, такой для подросшей барышни. Здесь и рабочее место, и творчество, все что угодно. Комбинация вся 32 тысячи. В принципе, это полноценная такая уже стеночка. Здесь у нас, значит, уже и вещи хранятся. Вот так не работает, надо по отдельности. Раз ящик, два, это узкие, и два широких ящика. То есть 4 ящика, отделение. Здесь у нас модули. А стол у нас здесь, кстати, новая столешница. А Лагкап 10 вместо лимона. Так смысл, я не понимаю вот этих названий. Без комментариев. И вторая половина точно такая же. То есть это не обязательно, чтобы это была маленькая девочка. Для девочки-подростка вообще место шикарно сделано. Согласись? Ну да. Все, что надо, все на местах. Здесь же не обязательно полностью упинывать именно ящиками. Можно сделать большое отделение под длинные вещи. Здесь и для учебников, и для каких-то своих вещей более чем достаточно. Ну что, про самостант мы рассказали, в принципе, все. Линейка добротная, хорошо выглядит. Посмотрим, как она себя покажет. Но на данном этапе, сколько бы ее не заказывали, все довольны. Это точно. Это точно. Ну и базовые вещи для Ютуба. Ребята, подписываемся на наш канал. Мы идем уверенным темпом к 100 тысячам. Наша цель ближайшая – 100 тысяч подписчиков и серебряная кнопка. Кстати, кому очень интересны наши влоги и наш образ жизни? Очень скоро, ну как скоро, летом, мы с командой поедем в большое путешествие в Дагестан. Да вообще такое будет, вообще закачайтесь. А потом мы вас с собой возьмем на Урал. В Тюмень и в Екатеринбург. Да, поэтому рекомендую подписаться. Летом будет безумно много интересного контента. И не только я вам обещаю, прям сказка. Аж сам себе завидуешь. Да, я уже хочу. И главное, что в путешествие-то мы едем бесплатно. Мы же от компании получили сертификат за на путешествие и команду на 4000 долларов. 7 человек везем. А точнее, безвозмездно. Они были раньше нашими подписчиками.
Кстати, да, у нас есть во влоге серия про Москву, где мы общаемся с ребятами, и очень много подписчиков, которые становятся сначала нашими клиентами по Cyber & Wellness, а потом становятся нашими партнерами. Почему? Потому что люди приходят на продукт и на нашу внешнюю трансформацию. Кстати, а давайте-ка вы все, кому интересно, посмотрите наш первый обзор про сковороды и посмотрите, какая я там лысая и толстая. Просто зафиксируйте момент. Сейчас. Сейчас. И то, что было в ноябре 2017 года. Кстати, открою вам маленькую страшную тайну. Тот обзор, самый первый, мы снимали 4 часа. 4 часа и получилось материала на 20 минут. Это к тому, что за 3 года мы очень сильно выросли, как профессионалы. И честно, я этим горжусь. А сейчас мы снимаем практически без брака. Ну, не считая последнего раза. Но это был брак по звуку, а вообще без дублей. Вот мы просто зашли, приехали, я накрасилась и погнали. Поехал. И понеслась. Все, друзья. Пока.